примитивных существ вроде нас, жизнь подчиняется всего одной цели — выиграть время. Выиграть время — это единственное стремление всех клеток в нашем теле. Чтобы добиться этого, у клеток дождевого червя, как и у человека, есть только два варианта — бессмертие или размножение. Если внешняя среда недостаточно благоприятна или безопасна, клетка выбирает бессмертие. Иными словами, замкнутость и самодостаточность. С другой стороны, если внешняя среда позволяет, клетка выберет размножение. Так, чтобы после смерти передать всю собранную информацию и знания новой клетке, от которой они достанутся следующей клетке и так далее. Таким образом, и знания путешествуют сквозь время.